Наша модель готова, теперь ей предстоит просушиться под нашей импровизированной ультрафиолетовой лампой, а затем мы приклеим вот эту пробочку в отверстие, через которое уходила смола. Пока он постоит под ультрафиолетовой лампой, будем поворачивать ее минут 15-20, а затем оставим сохнуть. Для нашей будущей, так сказать, заливки я подготовил еще прошлым летом вот такой вот старый дуб. Он весь изъеденный, потрескавшийся, и он был валежником, поэтому он у меня был напилен на вот такие небольшие слэбы и закрашены торцы, и валялся, просто сох. Мне же нужно будет вот эта вот как раз ребристая кривая часть для создания эффекта, так сказать, грота. У меня получились вот такие вот заготовки. Они замечательно вставят в нашу форму по бокам, делая наверху вот таким вот образом небольшой грот. Все интересно получается, но теперь нам нужно их подготовить для заливки, а именно загрунтовать с помощью эпоксидной смолы. Во-первых, чтобы они дальше не пропускали, не выпускали пузырьки в будущую заливку в целую. Естественно, полностью это сделать не получится, потому что они имеют трещины, растрескивания, но тем не менее. Хоть древесина и сухая, но все равно она имеет внутри воздух. Плюс будет эффект, так сказать, небольшого мокрого какого-то дерева, и это будет интереснее смотреться и отражать. Поэтому сейчас мы замешаем смолу, небольшое количество, и пройдемся. А использовать я буду, как обычно, смолу от компании «Океан». Напомню, что это «Океан Экстра». Смола с префиксом «Экстра» можно заливать раз до 10 сантиметров. Нашу же заливку мы будем лить в два этапа. Первый этап – это где-то примерно половину. В тот же, получается, этап мы уместим нашу модель. А затем через день мы зальем еще одну половину. Так как высота нашей заливки будет около 27 сантиметров, что, в принципе, довольно много. Сейчас сделаем замес около 100 миллилитров и будем покрывать. Сейчас мы их поместим непосредственно в форму. Таким образом мы немного это закрепили. И сейчас нальем там первый слой, буквально, наверное, пару сантиметров это будет. Ну и плюс, так сказать, чтобы запечатать нижнее дно от возможных протеканий, потому что дальше это у нас уйдет, я думаю, литра полтора-два смолы, чтобы в случае какой-то протечки у нас не убежала основная часть. А протечки со смолой, к сожалению, возможны даже при идеальных условиях запечатывания, так как она очень-очень текучая. Оставляем данную заготовочку таким образом. И завтра будем уже подливать большую часть и вставлять модельку с китом. Наша заливка высохла. Сейчас будем разбирать. Тут даже немного ушло смолы. Но на самом деле круто, что я все упаковал в пленку. Нигде ничего не испачкал. Замечательно вообще. Смолы убежало немного, я думаю, что грамм 50, не больше. Оказалось, что разобрать данную заливку достаточно сложно, но если начинать аккуратно с конца, то все-таки получается довольно круто. Да, есть косяк. Есть небольшие пузыри. По крайней мере, вот здесь по краю это слой. Ну, посмотрим. Ну, выглядит даже это сейчас довольно прилично. И, ну, и интересно, самое главное, что. И да, главный косяк у нас — дерево ушло. Надо было его приклеивать на какой-нибудь суперклей. Дерево у нас уплыло. И вот что у нас в итоге получается.
Слой заливки, конечно, видно. Но мы будем бороться с этим. Попробуем заполировать все, но его видно как бы вот через слой. Но, может быть, это будет какая-то метафора, грубо говоря, да? Снизу подсветка, тут более газированная получилась заливка, а здесь более адекватная. Возможно, это будет смотреться интересно. Будем делать небольшой постамент из дерева, в котором будет вся коммутация и лента непосредственно светодиодная с управлением. И будет у нас такая красота. Смотреться, я думаю, будет это очень необычно и интересно. Все-таки сочетание эпоксидной смолы, заливки, дерева и полимерного принтера – это интересная тема.